июля. У нас будет следующее рекламное проведение общественных слушаний. Вступительное слово до 10 минут. Доклад. Не слышу. Вступительное слово до 10 минут. Доклад до 15 минут. И со докладами будет еще два тоже до 10 минут. После этого будут вопросы с докладчиком и содокладчиком. После ответов на вопросы будут выступления. Я сразу хочу сказать, что перед тем, как представить вам тех людей, которые специалисты, которые будут вам докладывать, что решение, принятие решения о начале строительства вот этого ТЭС будет возможно после получения положительного заключения государственной экологической, государственной экспертизы, проектной документации, а также разрешения на строительство. Перед тем, как документация будет представлена на экологическую экспертизу, мы проводим общественные слушания. Материалы воздействия на окружающую среду были в течение месяца размещены в офисе организации Кудрявцевская ТЭС «Газ Энергострой». Все, кто мог с ними, ознакомился, и они еще в течение последующего месяца тоже будут там находиться для того, чтобы вы могли с ними ознакомиться, высказать свое мнение и отметить замечания или еще за днем. Итак, приступаем. Вступительное слово. Президент корпорации группы компаний «Газ Энергострой». Валерия Валентиновича, Кимаева Владимира Викторовича,